они и отдохнули, и посмотрели сам горный университет, да, посмотрели также, какие есть возможности для поступающих, что дает, причем Олимпиада дает для всех победителей определенное количество баллов, то есть там первое, второе, третье место – это 10 баллов, и всем призерам были выданы по 5 баллов к ЕГЭ. Вот, они, естественно, действуют при поступлении и сохраняются там, если ты даже девятиклассник, то они с тобой будут сохраняться.